Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня интересный роллинг АС-сервер. Я начал ролить на АС-сервере, так что и кто играет, кто купит, кидайте заявочки. Будем вам ролить. Сегодня на АСе интересная тема есть. У нас бездонатный аккаунт, сейчас вам его покажу. Но изначально покажу вот такое вот райт с выгодой. Оно новое, оно есть только здесь. Не знаю, или оно будет на русском сервере, но оно просто мега крутое. Посмотрите, за 2500 вы получаете, ребят, девятые. Сразу же девятые рунки таланта. Ну, реально круто. 2500 самоцветов всего. Плюс получаете сундук Prime, где вы можете получить топовые эмблемки, плюс 30 молотков топовых, дальше 350 слизней. Это просто пипец. Я, честно говоря, в шоке. За 20к посмотрите, что вы получаете. Камень пламени 3000, камень апогея 1500. Нехило тогда. Плюс самое основное по 50 топовых сундуков. Сейчас мы до этого дойдем. Ну, всего больше ничего нет. Так, сокровищница. А, даже сокровищница еще есть. В общем, сейчас будем делать все по красоте. Что тут можно? Некрос, дракон, Арктика. Ну, такие все плюшки. Так, удачный флип, сундук удачи, сферы, больше акций, магазин скидок. Посмотрите на этот магазин скидок, блин, карты. Вот уже наконец-то продают карты созвездия по нормальной цене. Так, окей. Мы на аккаунте грешника. Сейчас будем здесь грешить. Находится он в гильдии Асгард Рус. Знакомая, думаю, вам гильдия с последних событий на моем канале. Кидайте заявочки, вступайте. Телега на экране. Дружная гильдия, топовая гильдия, топ-9. Топ-9, топ-8. То есть здесь всегда весело. Бьет, кстати, он всех топов. Это без донат. Самое интересное, да, вот это реально бездонатный аккаунт. Видите, доната здесь нет. Мы будем ролить сейчас ему героев. Сейчас посмотрим, что у него тут по героям. Так. Фоба. Космо нету. Оба, Космо, Королева, Командора. Я надеюсь, хоть здесь мы Королеву вытащим. Серега себе за 60к после моих роллингов вытащил ее. Надеюсь, хоть здесь вытащим. Оккультист, Землеройка, Свален. В общем, вот так вот. Такие вот, ребятушки, пироги. Блин, ну что, поехали. Поехали, блин, классные акции. Накопленные самики. Так, ну, надеемся на удачу на АС-сервере. 150 и оборотень. Ну, пойдет. Начало хорошее. 450, гигант. Ара. Это оно, ребят. Это АС-сервер. Варлок. Рандомчик. Ну, давай что-то такое интересное. Фараон. Так, рыцарь. Смерть. Рино и Кенди. Блин, олехи сыпят. Сыпят леги. И после этого землеройка, ребятушки. У-у-у, землероечка. Эх, первый недостающий. Поздравляю, топовый герой, как и для дефа, так и для PvP локации на бездонатном аккаунте. Обязательно он должен быть. Поехали дальше. Блин, надо космо. Вот реально нужен космо. Поехали. 450. Хорошее такое начало уже. Первый недостающий есть. Имка. Блин, вот насколько вот приятно копить на этом сервере самоцветы. Так, поехали сольем героя в рейде. Насколько кайф, когда, блин, просто тупо накопил 20к и получил реально крутые плюхи. Я уже показывал. За 11к здесь тоже наборы
продают, в которых по 50 сундуков. Ну, смотрите, какая у него Фрея. Хорошая Фрейка. Сейчас посмотрим, что у него за Фрея. Обалденные прокачки. Вот смотрите, какая Фрейка. Сейчас мы посмотрим его аккаунт. Бездонатный АС 524 тысячи силы. Неплохо, да? Так, окей, поехали. Так, рандомчик, ну давай. Надо... Бочка. Бочка это, конечно, имба. Но нам бочка, смотрите, просто тупо нифига не падает. Одна синь. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Купидон. И все, что ли? Ну... Мы стали, ребятушки. Что за фигня? Что это было? Что это за подвесоны такие? Такс. Ну, пока только один землеройка с того, что я увидел. Может, мы что там пропустили там? Ну, не знаю, поехали. Попробуем. Попробуем дальше. Сноу. Инженер, ну это не совсем то, что нам надо. Ну, кристаллический эктоплазм. Блин, вот реально, что мы только 30к одного героя получим? Это ж печаль. Рандомчик. Ну хоть рыцаря выбили. Нафига второй землеройка? Вот для чего он здесь? И я просто в шоке. Дали бы лучше космо. Душек медуза. Блин, две землеройки. И ни одной осы. Оса это проклятие у меня этого сервера. Жесть, ребят. Ладно, это все фигня. Посмотрите, какие сейчас мы плюхи соберем. Вот это вот самое то. Так, окей, поехали в сокровищницу. Смотрим. Так, драка с карт. Ну, это, конечно, весело. Так, получили пакеты, кристаллики. Creation, нифига себе. Блин, смотрите, как молтаника. Офигеть. Нормально тогда. Посмотрите, как падает. Да, конечно, печально. Ну, открывайся давай. Crystal Box. Ню. Давайте еще раз перезайдем. Ну, не знаю. Две, конечно, землеройки это круто, но хотелось бы какого-то трешечка на этом сервере. What the fuck? Давай, жмись. Это капец какой-то. Как я люблю серваки. Вообще просто не заходит. Просто говорит нам... До свидания. Ты откроешься или нет? Хочет. Он думает. Просто жесть, ребят. Так, ну я надеюсь, хоть здесь мы сможем пооткрывать плюшки. Так, ну посмотрите. Вот что еще хотеть? Вот реально, что еще хотеть, вот когда у тебя такие плюхи? Вот нереально крутые плюхи. 50, 250 к
Слизни, блин, ну просто жесть. Так, давайте попробуем забрать все-таки сокровищницу. Что-то она нереально подвисает, конечно. 5 попыток. Так, Desk Knight. Нормально уже. Отвисла. Может из-за того, что я... Еще один Creation. Вот это называется падают герои, блин, а не то, что на русском сервере. Вот, посмотрите. А, Молтанику мы не можем забрать, места не хватает. Предел вместимости склада, вот так вот. Ну, давайте откроем его кулаки. Это пакеты золота пооткрываем. ЗП-шки. Посмотрим, как живут без донаты. Вот посмотрите, сколько у него героев без доната на сервере. Вот два креишена мы словили. Две землеройки. А у него максимум мест. Но потом сам уже откроет. Так, окей. Я хотел открыть вот это. 10 книги. Посмотрите, сколько книг. Сколько рун. Обалдеть. Зачем где-то играть на другом сервере? У кого есть iPhone, бегите сюда. Ну, я думаю, вы и так здесь играете. А у кого нету, бегите, покупайте. Ну, хотя поддашка. Я... А вот мне интересно, давайте посмотрим, что у него делается. Так, ищем его склад. Четверки. Ну, если у меня там на моем... У меня девятки есть, вот посмотрите. Психощит. Блин, обалдеть. Это то, что валяется. Сейчас мы посмотрим еще, что у него есть на героях. Таланты прокачки. Что еще хотеть, ребят? Девяток сколько? Жесть. Сколько ремок восьмых? Обалдеть. Просто обалдеть. Тройки, семерки. Нереально. Нереально классно. Ну, хоть одного героя мы достали. Это радует. В общем, поздравляю с недостающими землеройками. У тебя их две. По ресурсам все песня, все огонь. Для прокачек хватает. Ресурсов, блин, полно. Ребят, это все без донат. Посмотрите, сколько скинов. Сколько всего. Вот это да. В общем, вот так вот. Такой вот сервер... АЭС, пишите комменты, ставьте лайки. Я не знаю, я здесь тоже по чуть-чуть играю. Без доната развиваю новый аккаунт. Но это нереально круто. Все, всем удачи, всем пока.